Здесь проехал один человек и не поднял оборудование. И вот снес траву. Все, вот посмотрите, как она здесь. Вот трава вот здесь, вот начните укладывать. Теперь уложили, дети, притаптывают ее. Выровнять дорогу надо. Он спустился, главное, пошел низинкой. А это как лучильники такие, не знаю, как назвать. Оно вырвало это все. И сегодня надо заложить. Тут даже килограмма нигде никто не поднимает. Грамм 100. Так, опрокидывать кверху с травой. Начинайте. Перемесите сюда. Вот, дети и старшие. Старшим поставлены и фрасвинья. Вот она как раз дает. А ты хорошо утаптывай ее. Все показал, как они все сделают. Дети все должны уметь. Потом по той пройдете. Там кто у нас? Там Ливия. Ливия одна. До конца доходит. На дороге. Сегодня у нас 9 июля. Так, начинай. Дальше тоже перебирай. Вот тебе работа какая, он притаптывает. Да хорошо, как получается у него. О! Так, вот здесь вот, просто вот сюда вернись маленько, чтобы притоптать можно было. Это моя дорожка, я езжу по ней. О! Ой, да у них как хорошо получается-то. Ну, прям танцплощадка у Брежнева. Здорово. Так, подождите, здесь просто еще не прошла. Вот эту землю надо собрать. Вот она лопаточкой соберет. А где трава есть, трава обратно посадить. Потом сейчас пойдете, возьмете банки с водой, полить, чтобы она приросла. Видите, какая работа, совсем немножко. Вот до этого края, вон там видно, где заканчивается. Угу. Все, закладывайте. Вот она, видишь, как хорошо укладывает. Вот, Оля, видишь, замечательно. Так, ну, где можно травой только кверху, а потом полить. Полить и еще раз притоптать. Это наша территория. Ну, случилось такое неприятное событие. Он тут метров 100, как говорится, изнахратил землю. Вот сегодня у нас будет работа какая. Дети должны приучаться всякому труду. Вот впереди идет у нас Лев, Тимофей идет, Леонида, Агния. Вот, а тут Аполлинария впереди. И вот поставил работу, сказал Оля, вот старшая где-то. Она сразу другие слова стала говорить. Сразу снял с работы и поставил старшей Фросе. Она говорит, а что же я старше ее подчиняться обязаны. Вот я сейчас буду делать, и Фрося будет командовать мной. И мне нужды никакой нет даже в этом. Главное-то нам дело сделать. Вот они пошли. Ну вообще... Я не ожидал, что так быстро сделаете это. Меньше полчаса. Кого мне сосать? Да минут 10, наверное. Вот это да. А потом он там пройти, смотри, который вырвал он. Вон сзади там. Тоже так же притоптать и полить. О. Вот она, вот эту хорошо, аккуратно траву вот эту вот. Переверни кверху. Попробуй. Так, переверни пласт. Пласт называется. Вон, видишь, как лучильник такой звездчатый. О! А, прекрасно! Следующее. 8 человек Господь дал. Ну, так можно работать. Мы сегодня вот утром привезли. Там разрушенная башня была. Бывший детский лагерь стан. Там теперь музей. Вчера уже люди были, первые посетители. Музей начал работать. Теперь мы хотим получить не просто регистрацию где-то, а всемирную регистрацию. Чтобы весь мир знал. Мы работаем не на прошлое, а на будущее. А на будущее означает показать людям, как можно в бедности жить красиво и интересно, не проклинать власти. Не забастовками жить, а работать. Уложила на место все. Потом банки сюда. Просто постарайся потом, чтобы все пролили. А там включи, наберут, что требуется. Потом на ту сторону перейдет она. Еще раз пройдите вдоль ее. Я от вас отхожу. Ухожу к своим. Мы уходим на первый мостик. У меня мужчина сегодня есть. Ну, Сергей,
машина что-то у него не заладилась, остался там в городе. Довез два мешка муки и подвески какие-то что-то ослабли. Я говорю, как не специалист. Может быть, шофер услышит и скажет, неверно я говорю. Но мне как-то кажется, что-то такое. Так, что-то руки сложил. Все, давайте скорее это. Где Микки, Володя? Поскорее завязывайте сюда. Берите все, он догонит на велосипеде. Вам-то стоять зачем? Так, а где мы это? Солома-то где? Ну, иди, куда идете? Ну, до Солома-то. Ну, иди, ну, кто знает-то про это? Что рукой показывают? Они стоят все, руки в карманы. Каждого нужно все расшевеливать. Быстрее, палаткой накрывайте. Быстрее уходим. На первый мостик уходим. Сейчас они дадут. В какой стороне? А? А это где мы с машины, когда... Не, ехали вы. Вы ехали по этому. Где? По воде проехали где? Да, да, где. Когда там... с Корчина ехать? А? Со станции Корчина когда ехать? Да, 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 да. Я не вижу, тут лопаты-то лежат, нет? Лопаты? Ну, надо проверить, лопаты, что нет, доски по... вроде брали. Я не знаю, положили они. Я сказал, две взяли, таких... Взяли, да. Я говорил взять две штыковых лопаты и одну совковую. Здесь. Положили, нет? Одну штыковую я вижу. Две штыковых и одну совковую взяли? Совковую. Ну все, палаткой накрой все это, накрой палатку, возьми. Выезжайте, начал бери велосипед. Где-то совковой ни одной нету, вот то, что вы дали на дорогу, а остальных нету почему-то у нас тут. Ну ладно. Где-то или у вас там они на скворечнике остались? Я сейчас загляну. Так, подожди. Надо перевязать теперь. Чего? Положите, я сказал, палатку нужна, нет? Сено ложите или на руках? А? Сено. Так? Ну как-то так вот, приложите, придавите, веревкой притягивайте и выходите. Так, что? Мы за водой. За водой, молодцы. Вот они идут. Вообще Господь дает нам каких тружеников. Удивительных. А я не налюбуюсь на голубей. Утром сегодня как вылетели отсюда стаей. Летят, переворачиваются. Мне дали особенно породистых. Они в облака уходят, говорят. Ну, у меня тут еще они только начали первый выводок делать. К моим доставили голубей. Вот это, как говорят, сюрреалистично. Виктор Николаевич Савченко зимой стоит там наверху, 9,60 крыша от земли. Играет на гитаре, поют, а его снимают зимой. Вообще. Так. Все здесь сделайте как положено. Вот Рося, она старшая. На счастье все. Так, молодец. Вот он топчет. А сейчас пошли землю, поливать будут ее, чтобы трава приросла. Пролить. Фрося, пролить все на два раза. Хорошо. А там потом кого-то поставь, там зарядят. Вот эту вот хорошо притоптывайте, притаптывайте ровно. Продолжение работы укладывают. Все показали, дети все могут делать. Ровненько, ровно кверху, чтобы эти трава была. Корешки, чтобы пустила. Вот так. Девчата наши молодцы. Так, бегом за банками. Беги. Ты принесешь одну баночку. Взрослые по две могут принести, по одной. Так, ты можешь сама сходить за банками. Поруководи там. Спросят, скажет, как наливать, что. Вот Олю поставил. Она до того удивилась. Как это так? Фрося надо будет командовать. Будет командовать? Я отвечаю, что Фрося все знает тут. Она 9-й год находится тут. А эти 9-й день. Что тут говорит-то? Вот они как. Сейчас с дороги это убрать еще раз и пролить. И можно после обеда или завтра утром еще пролить. Вот смотрите как. Все пролейте. Вот одна и два. Две тут она траншейки-то.
И после обеда один раз, и завтра. Чтобы она до корней прошла. Все, проливай. Вот братья наши выходят. На первый мостик пошли. Вот и запрягли мы. На первом месте у нас тут и Ездра идет. Виталий Калиников на место. И Владимир Галиндухин. А там Володя. Все. Все, поворачивайте. Мимо батюшки, мимо храма и дальше пошли. Иди, у нее две тащит бутылки. Не давай, мы две поставь, одну тяжело тащить. Одну поставь на дорогу, на дорожку поставь. Не давайте две носить. Не надо носить две. Покажи им, как выливать. Идите за... Это маленький ребенок. Вот так. Никто не догадается уже. Через неделю тут корешки будут пущены. Мы ждали, что он придет, попросит помочь. Иеремия. Но он не пришел. Ну и что? Не пришел, да только дело. Выше награда.